Эй, впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погоня? Не будет. Босс, хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Баркова. Группа поиска. Команда Хадира. Еще ищут. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока он не начал третью мировую в подвале у Баркова. Будь рядом. Пошли. Все тихо. Значит, Хадир взял все под контроль. Баркова может тут не быть. Считаю, что есть. Если и нет, то будет. Там везде будет Алькатала. Главное наше преимущество – темнота. Прячься и в бой вступай только при крайней необходимости. Если Хадир находится в доме Баркова, то мы обязаны его найти. Стреляют. Пошли. Эти ворота – наша точка входа. Разбей выстрелом лампу. Мы укроемся в темноте. Пошли. Впереди враг. Не стрелять. Слишком много. Не высовывайся. На свет не выходи. Надо отключить электричество. Вон на стене щиток. Выход заблокирован. Выруби свет, это их отвлечет. Жди, когда отойдут. Так. Они разделились. Двое справа. Сначала их. Все чисто. Пошли. Смотровая площадка впереди. Вот и комплекс. Посмотрим, кто там против нас. Что у нас, босс? В главном здании тихо. Есть движение в часовой башне, в
церкви и у бассейна. Спускайся, я поведу наблюдение. Выбрасывай трос и спускайся, Кайл. Их слишком много. Если что, можешь попробовать скрыться. Ты приближаешься к бассейну. Погасил этот фонарь для тебя. Ищи щиток с предохранителями. Если выключишь свет, у нас будет преимущество. Кажется, у них кто-то есть. Проверь, там ли Хадир. У него может быть парков. Над бассейном есть окно в крыше. Через него ты можешь попасть к пленнику. Он не здесь. Хадира нет, но у них есть пленный. Узнай, что известно пленному. Любая зацепка может вывести нас на Баркова. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة كشعب واحد يجمع أخوتنا حصرناكم هذا سمح الصور إزاز هرب الجبان رايح وراه ما شفت أثر إلو لسه عم دور Я тебя не вижу. Пока что ты сам по себе. Проверь, в состоянии ли заложник говорить. Мой отец. Сильно досталось, бедняги. Еще есть люди у церкви и часовой башни. Осторожно. Машина противника ведет наблюдение. Держись подальше. Вижу тебя. Машина противника, в бой не вступать. Они поняли, что что-то не так. Действуй скрытно, и они не будут знать, где ты.
مين هون؟ مين في؟ Машина противника слева от тебя. Машина противника слева от тебя. Часовая башня впереди. Пленника у часовой башни. Машина противника справа. Не вижу тебя. Работай пока сам, Кайл. У тебя ведь еще есть ребра, которые можно сломать. Где лаборатория? И где он? Где она? Ну давай, ври дальше. Тебе же хуже делаешь. Смотри на меня. Где человек, на которого ты работаешь? Это быстрее. Я буду избивать тебя до смерти, даже после того, как ты мне все скажешь. Идиот, у тебя ведь еще есть ребра, которые можно сломать. Я не знаю, лаборатория. И где он? Где он? Хадира не вижу. Тут очередной пленный. Проверь, может ли он говорить. Дам свою семью. Черт, капитан. Заложник, родственник Баркова. Люди Баркова приходили домой к Хадиру, а теперь все наоборот. Иди к церкви. Если у них заложник, он долго не продержится. Не бросайте меня здесь. Не уходите. Вы должны меня забрать. Прошу вас! Я не хочу здесь умереть! Пожалуйста! Они же меня убьют! Мы сняты! Рахет алейкум! Аусу! ما عندي شيء بلغ عنه رح ضل هون عم دور كيف استشوبات ماشي كيف المطرين المجموعة كلية
ما عندي شي بلغ عنه. رح ضل هون عم دور. يا تبي بيشو كايل. اللمبة. شو القصة؟ неплохо. Так ты останешься незамеченным. Активности мало. Можно пока туда не идти. Ты подходишь к церкви. Позади тебя цель. Он в церкви. Долго не протянет. Они усиливают охрану. К тебе идут патрули из главного здания. Отлично. Мы знаем про химическое оружие, которое сделали твои люди. Где оно? Чекун хабар мин джамаат ал-истижбаб. Где оно, братан? Дин мин дон, маам ирадду алейки. Он мой. Всегда пожалуйста. Здесь щиток с предохранителями. Можно вырубить свет во всем здании. Стой! Его видит другой. Тебе нужно сказать мне, где... Вижу еще цели, прямо по кругу. Я вижу цели сзади тебя. Ты этого хочешь? Тебе нужно сказать мне, где сейчас Барков. Мне нужно знать место. Как и где он? Ты мне скажешь. Я Мы знаем про химическое оружие, которое сделали твои люди. Где оно? Вы не можете уследить за своим же орудием убийства. Где лаборатория? Вставай! Я всю ночь так могу. Ты этого хочешь? Тебе нужно сказать мне, где сейчас Барков. Мне нужно знать место! Скажи, где он! Кадир не обнаружен. Узнай, выдал ли пленный Баркова? Нет. Третий этаж, 4-5-1. Третий этаж, 4-5-1. Его раскололи. Он все время повторяет. Третий этаж, 4-5-1. Это все, что у нас есть. Иди на верхний этаж главного здания. Встретимся там. فريقين تبع الاستجواب ما عم يردوا صار شيء رح نبعد شباب يشوفوا شو اللي صار تريت يا دار 4 5 3 يا دار 4 5 3 يا دار 4 5
خبر من جماعة الاستجواب. ما يرد علي. Собираемся. Иди к главному зданию. Работаю. ما عندي شيء بلغ عنه. رح ضل هون عم دور. ماني، شو عم يصير؟ ما شفت أثر إله. لسه عم دور. هو قريب حاسس بوجوده واحد من الصعد حدا شاف شيء حدا يخبرني ما شفت اثر له لسه ما شفت اثر له ما ضل حدا على الرشاش حدا يخبرنا شعلت المنطقه شو عم تقول دوري ايه يا اخي تحركوا يلا واني ما شفت اثر ما بنخاف اخواني شو عم يصير؟ غطوني غطوني الله يجيبنا عم يقتلونا شو عم يصير هنيك؟ موت عملني زجاجة حارة Его здесь нет. Но семья была. Вы его защищаете? Нет, мы забираем тебя. Пошли. Слушайте, я вам не враг. Я знаю, где делают газ. Знаю место. Химзавод Баркова. Да, я его уничтожу. Мы по-прежнему союзники. Ну, не так же. Тогда помогите нам. Пожалуйста, помогите моей сестре. Слушайте. Ложись! Это люди Баркова. В
Я знаю выход. Северные тоннели. Ты у меня под арестом, без глупостей! Дверь застряла! Кайл! Дверь застряла! Быстрей! Дверь! Дальше, дальше! Вниз по лестнице! Ты расшевелил осиное гнездо, хоть... Берегись! Надо уходить срочно! Просто продолжай по ним стрелять! Помогите Гэрику, я прикрою. Сержант, ты цел? Впереди следит! Поднимайся, мы сваливаем! Сержант, оружие! Тоннель дальше к северу! Не останавливайся! На втором этаже! А вот они! Прикрой! Идем дальше на север! Так мы доберемся до выхода! Тоннель дальше к северу! Не останавливайся! Берегись, Паркатора! Резать не встали! Вперед! Возьми! Открыто! Пошли! Стреляй вертолет! Ракета, осторожно! Чем ты ее открыть? Возьми! Открыто! Пошли! Ракета, осторожно! Возьми! Не стреляй, вертолет! Открыто! Пошли! Ракета, осторожно! Собери, сынок. Собран как никогда. Тогда помоги атаковать лабораторию. Вот уж нет. Тебе теперь крышка. Капитан! Это путь в один конец, ты же знал. Тогда вы поступите как надо, да? Босс! Скажите, что мы закончим дело. Понадобится помощь. Получим ли мы ее? Пошел. Капитан.
Капитан, прошу, дайте Фаре планы, скажите правду. Ты сможешь сказать ее всему миру. Мне плевать на весь мир. Я думал о сестре. База вызывает 06. Союзная авиация заходит с юга на 180. Позывной хранитель 1. Понял. Это Ласвелл. Что ей тут нужно? Чую кровь. Вот, это данные. Держи при себе. Да, сэр. Это еще что? Отбой. Мы его передаем. Кому? России. Обмениваем? Отдаем. Что скажешь, босс? Подожди. Не усложняй, капитан. Переубеди меня. Это война посредников, Джон. И мы все просто пешки. Говори за себя. Передавай. Да, сэр. Хадир твой, данные мои. Что бы ты ни задумал, я помогу. Я позвоню, если что.